возьмете телефон Samsung Galaxy S3. Вот такая маркировка у нас. Вот в таком виде у нас дисплей. Но так как телефон уже не представляет никакой ценности, дисплей не менять, конечно же, не будем, менять дисплей, не стекло. Проблема у нас с микрофоном. После замены разъема микрофон вышел из строя. Вот микрофон. Микрофон у нас цифровой. Есть у меня на замену последний. Так что права на ошибку у нас нету. Для замены нам потребуется термовоздушная станция, паяльник, пинцет. Что еще? Телефон я уже разобрал, так что отвертка мне уже не нужна. Сейчас еще нам нужен термоэкран в виде серебряного скотча. Флюс и припой. Так, для начала изолируем элементы, которые находятся рядом с микрофоном, и разъем, так как он пластиковый. Сейчас мы... Так, вот он, скотч. И лепим его. Где-то у меня второй кусок его. И лепим его вот сюда. Дабы не жечь ничего лишнего. Так, термовоздушка у нас почти нагрелась. Сейчас еще маленько температуру подниму. А пока займемся новым разъемом. Чтобы разъем у нас легко сел. Сейчас я его покажу. Вот такие у нас имеются выводы. Мы их должны пролудить легкоплавким припоем, который у нас вот это механик 3 мм 0,3. Так, берем и пролуживаем все 4 контакта сейчас. Паяльник у меня грязный почему-то. Вот. Другое дело. Так, приступим. Пинцет нужен. Вот он. Все. Контакты заводил. Сейчас мы его маленько почистим. Запропанул он с этой стороны. Как раз термовоздушка уже нагрелась. Берем. Так. Дуйку. И снимаем старый разъем. Не забываем, как он стоял. Вот разъем. Сейчас. Микрофон. Так, микрофон у нас расслоился. Сейчас снимем подложку. Припой на них достаточно туго плавки идет.
все, зашел. Разъем у нас сошел. Теперь уменьшаем температуру до температуры плавления легкоплавкого прибоя. И маленькая хитрость, чтобы микрофон у нас от прямого воздействия температуры не вышел из строя. Берем наш термоэкран. И наш микрофон берем и залепляем его с верхней стороны. Вот так вот скотчем. Лишнее убираем, чтобы нам не помешало. Так это выглядит. Не забываем, где у нас отверстие, чтобы не перепутать полярности. Так, теперь берем паяльник и также легкоплавким припоем проходимся по монтажным контактам. Все. Берем флюс. Небольшое количество флюса, совсем чуть-чуть. Теперь берем наш микрофон и располагаем его на монтажной площадке. Берем термовоздушку и прогреваем. Все, микрофон сел. Собираем аппарат и проверяем. Микрофон я подскидал маленько, сейчас смотрим. К сожалению, пароль стоит на экране, но это не проблема. Сейчас мы на него позвоним просто. И все. И проверим. Так, смотрим. Раз. Эхует, все работает. Динамик появится, смысл нет, все работало до этого. Теперь телефон соберем. И... счастливым еще одного клиента. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.